И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем томить водного... Как там он? Короче, черепаху пойдем томить. Я хочу ее притомить. Я уже хочу переехать из зимы. Почему? Потому что меня уже задолбал этот шум. Вот это везде меня уже задолбало. Ну и еще, я думаю, я записываю уже что-то четвертую серию. У меня время есть, я поэтому записываю как бы четвертую серию подряд. И я думаю, вы еще во второй серии писали типа: «Камон, чувак, тут нельзя это, летать». Создаю седло. По стечению обстоятельств самый смешной был момент в том, что я убивал носорогов, не заметил 135-го носорога, бью 15-го, 135-й меня бэбэх. В общем, я думал, я гигантопитек солью. Было бы смешно сделать седло для аргентависа, на котором летать нельзя, но слить гигантопитека. Но мне повезло, я сдриснул от него, все хорошо. Ставлю седло и такой: а почему? Такой, понять не могу, а что за нафиг? Думаю, может, забагался, зажимаю Е. Вот оно что, да? Ну вот как-то так. Вот такая вот фигня. Поэтому, да, пускай стоит. Можно ему вкачать урон, пускай будет боевая единица, будет защищать. В общем, по ходу дела, единственный способ летать — это вот крылышки и тег броня. По идее, да, как-то так. Гигант так потихонечку отлечивается. О, кстати, не кисло так отлечивается. У него где-то вот так здоровье было. Быстро хиляется, вообще прям хорошо. Урончик давай тебе. Вкачал ему здоровечко немножечко после этого. О, олень отхилялся, у него половина было. Ты что, так много фкашил, что ли? Да вроде бы нет. Ему тоже качаем урон. У него хотя бы броня есть. Броняшечка. Так, что еще есть? Какая-нибудь шапочка по басяве? Нету. Но значит будешь... Оп! В натуре, как я мог забыть? Теперь-то у тебя брони, да усрача. Воюй, не воюй. Ох, красава. Ну, в общем, вы поняли, да. Туплю, и в этом факт. Короче, идем сегодня в океан, короче. Бляха-муха, если влетать нельзя, это что ж, как вообще ж? Как все плохо. Короче, идем сегодня в океан и будем томить. Томиться пассивно. Пассивно написано, томиться — это чудо. И томилась, я помню, там была баранинка. Ну вот как-то так. Короче, погнали. Там разберемся на месте. Если я не ошибаюсь, где-то. О, привет. Если я не ошибаюсь, то это было на... Подожди, или на S. А где я находил его? На N или на S? Или на E я сразу тыпахнул? Не, на E это большая площадка. А давай на S. Посмотрим, что там да как. Кстати, у меня откуда-то 5 цветочков. Я где-то вот что-то лутал и 5 цветочков залутал. Клево, грибочки осталось найти. Для этого нужно найти кристаллы. И, собственно, можно будет делать седатив парочку. Что еще? Туда, куда я тпхался, снежный биом на Е, там грибы растут, замороженные грибы, замерзшие грибы. О, грибы, господи, кактусы! О, господи, все, туплю. Замерзшие кактусы. Залутал кактусов. Ну так, раз по пути, почему бы и не залутать. Твою мать. Тварь эта мелкая. Так. И что у нас в итоге, где у нас? Так, это у нас соль. Это тоже соль. Она мне нафиг не нужна сейчас. Где-то я здесь видел черепухина. Или все-таки этот черепухин был на N. Блин, как долго прогружается, это просто ужасно. Мелагорница вижу, черепухина не вижу.
Ну реально, Черепухина не вижу. Ё-моё, как высоко это нам это находится. Ну давай попробуем другое место. О, вот, другой Черепухин вижу. Ой-ой-ой-ой, давай, прогружай. Не свалиться бы с обрыва. Мегахилон. Ну давай посмотрим на Мегахилона. Где ты у нас находишься? Есть ли у нас топовый левел? Я видел 140-го левела. Так что ставим сразу же 140. Добавляем. Вот так вот добавляем. 145-й есть. Мужской 145-й. Так, погоди, а где 140-й? А где 140-й тогда? Справа где-то. Все-таки на большом острове я увидел, что ли? Или на Энке я видел, наверное. Ну ладно. Ну ладно, фиг с этим всем. 145-й. Давай думать, как тебя томить. Кстати, давай на тебе сейчас посмотрим. Что вообще да как? Вот. Томишься ты, да, ты томишься пассивно, сырая баранина каким-то макаром здесь участвует. Не знаю, что да когда где, но допустим. Допустим. 1200. А давай-ка мы попробуем угадать. Снежные, нет, океанические. И был здесь, а пойдем туда. Отлично, практически прогрузился. Оп. Не сильно-то уж и угадал. Но практически. То есть мне нужна Ешечка, да, хочешь сказать? Где я появился? А мне нужен туда. То есть мне нифига даже и не Ешечка нужна. Ой, Ешечка, это я туда еще дальше, да, углублюсь? Да, Ешечка, я туда углублюсь дальше. Эх, жопа! Ёпа! О! А нафиг мне тогда тот, когда я могу... Оп! Ты серьезно? Ну окей. Допустим. Допустим. Так. Знаете что? Надо, наверное, посмотреть, как его томить. Так. Посмотрел. И лишний раз убедился, что в левый, так сказать, этот лучше не смотреть. Короче, ёб твою ж за ногу, да пошел ты, могу стрелять? Не могу, естественно. Во-первых, нужно избавиться от хищников вокруг. И чувствую, именно это и будет основной проблемой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что ты, тварь-то, не отогреваешься, отличный красава. Короче... Да. Как автор видео, которое я смотрел, сказал, это еще тот гемор, это еще тот гемор. Нужно найти под водой, я же проплыву здесь, отлично. Нужно найти под водой маленькую стайку рыб и сказать им, идите его, твою ж за ногу. То есть и подвести эту стайку рыб к черепахе. И вот уже потом, где ты там? Вот он ты где. Ну алё, блин, убегает. Вот, и уже потом, соответственно, начнется приручение автоматически. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это у нас где? Сейчас просто еще туплю. Вот, приручение начнется автоматически, и как бы это не проблема. Проблема в том, что нужно будет ее дефать как от хищников, так и от циклантов.
и саблезубов, которые будут появляться. То есть это такая будет, назовем это мини-игра, где тебе нужно будет немножечко дефать черепухина. Поэтому не получится ее закрыть в этот... прикольная местечко. В этот, как там... в ловушку. Такая вот, можно сказать, проблема. Так, где... где здесь? Отлично. Так, ты проблем не составишь, а вот ты проблем составишь. И вот теперь-то я могу в тебя стрелять. Тварина, чтоб тебя... Отлично, и еще разочек, кайф. От этого избавился. Не, ну с другой стороны, если вдалеко убежит, тоже хорошо, но на всякий случай вдруг назад вернется. Ну погнали, вообще попробуем, что из этого в целом выйдет. Хищников я здесь не вижу поблизости, кроме того козла. Поэтому ныряем в воду. И ищем где-то поблизости. Кстати, вот эти пузырики, по идее, должны мне давать кислород. Я угадал? Или не угадал? А, я в него заныриваю, получается, и всплываю на поверхность. Окей, я понял. Так, ладно, давай покажу, что вообще это дело происходит. Как это дело происходит. Плаваем, ищем стайку рыб. И видим акулу. Бляха-муха. Надо от нее избавляться. Ой, да ты серьезно, что ли? Ёб твою ж за ногу, ну ты свинота, короче. Да уж, вот акулку-то я-то и не заметил. Да в смысле, я ж стою на берегу, ну. Не на берегу я стою? Вот теперь точно на берегу. Так, давай отходи. А чё она такая жирная? Класс! Иди сюда, свинтус. Супастый. Вообще, я думаю, стоит, наверное, сделать арбалет. Оп. А то сейчас жахнет. О, что-то мне подсказывает, моя помощь ты не нужна была, собственно, по ходу дела. Ну, это хорошо. Так. Арбалет, идея хорошая, но... фиг с ним. Разберемся. Кстати, по идее, вот попав вот в это поле, да, вот... Твою мать, как я тебя не увидел-то, а? Ну ёперный кардобалет. Иди сюда, чтоб тебя, тварь. Выкилит, отлично. Ох, как я его не заметил. Так, с тебя, с тебя просто рыба добывается, окей. Так, блин. Ладно, давай найду я сейчас вот эту фигню под названием стая рыб и уже покажу, что делать дальше. О! Благодаря этому я вижу, где эта стая рыб. Ну, собственно, вот вы видите. Куча рыбок мелких. Их, по сути, по идее, даже убить нельзя. Ё-моё, там опасно. Они хищные, они опасные, он тебя попасть не будет. Ё-моё! И сколько много рыбок.
Короче, нужно подойти к ним. Они должны на тебя заагриться. И бежать за тобой. В теории. В теории. А на практике что-то не получается. А, во! Загрелись, отлично. Отагриваются они очень легко. А вот загриваются что-то они не очень. Ё-моё, они прикольные, такой вид у них. И вот так вот потихонечку плывем. Сто пятидесятый мазозавр! Мой мазик, может, ты не будешь сюда подходить, пожалуйста? Не бери грех на душу. Да, дунклястый 145-й. Мазик. Еще 300 до него плыть. Бляха-муха, нет, давай другую стаю искать. Ну и в жопу. Они отагрываются легко, я очкую мазозавра. Он просто сейчас на меня сагрится. Ну нафиг. Здесь где-то поблизости все равно должна быть какая-то такая же кучка мелких тварей, которые просто дадут мне нужный эффект. К примеру, вон. Блин, они тоже далеко. Но здесь хотя бы просто всплывать наверх. А, тупо всплывать наверх надо уже. Я задохнусь сейчас. Ладно, окей, попробуем. Блин, видно было, не видно. Сверху появляется надпись «Вас преследует стая рыб». Вот, вас преследует стая агрессивных рыбок. Вот, и, соответственно, вот с этой надписью нужно и тусоваться. То есть даже без этого видно, что сагрены они на вас или нет. Но, как видите, надпись не всегда появляется. Тоже стоит учитывать. Баги, шмаги, все дела. Это понятное дело. Но просто подниматься вверх, я считаю, что немножечко полегче. Ой, что-то я сильно оторвался. Экс. Оп-оп-оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, им текстура не помеха, это понятное дело. Че там кислородом? Кислородом нормас. Ёб твою ж водоворот! Ты серьезно? О-о-о-о. Вот ты сейчас серьезно, да? Водоворот. Да ёб. Ну я помню, что водоворотом какая-то жопа с ним была. Я там в него попал, помню. О, исчез! Фу, слава богу. Так, ребёхи, погнали за мной. Да ёб, красоты, мать вашу. Так. Ну, поплыли. Я плаваю с рыбками. Это так клёво. Ёшкин кот. И такой эффект пердежа от меня такой идет со страху. Так. Давайте за мной, долбанная стая рыб. По идее, мне нужно просто, чтобы они к нему подошли. Бляха-муха. Там второй. Проблема может создаться. Может создаться проблема. А нет, второй далеко, отлично. Да ёб вашу ж машу ж. Так, ну-ка. Вдохнем немножко кислорода божественного. Ух. Ну да, да, да. Я знал, на что я иду. А, я ж не сказал. Там в них оказывается, он, по крайней мере, чувак на видосе говорил, в них оказывается генерируются грибы и цветы. Прикинь? Вот в этих черепухинах генерируются грибы и цветы. Это вообще прям кайф. Рыбки, мать вашу! Иди сюда, ёб твою ж за ногу! Отлично! Но мне надо просто их дагрить чуть-чуть. Прям чуть-чуть дагрить. Ну, вроде как говорят, они какие-то бешеные, поэтому лучше к ним сильно близко тоже не подходить. Сильно не будем рисковать. Да ёшкин матрёшкин, да что ж вы твари-то такие? Ну?
Сейчас серьезно? Они просто на меня не реагируют. Ну, кайф. Они просто на меня не реагируют. Ну, супер. А, во, среагировали. Да ладно, блин, надо было просто от них отлететь. Во, отлично. А может, не реагируют, потому что я подхожу к терминалу слишком близко? Может, в этом проблемка, типа, они из-за этого багаются, мало ли. Черепаха, мать твою, подойди сюда! Лично. Загрелись. Слушай, ну реально, он здесь загревается. Около терминала он не хочет агриться вообще на меня. Ну смотри, и все, и отогрели сразу же. Ну ты серьезно? Блин, это... Ну это какая-то хрень. А так проканает? А где черепаха вообще? Да ты ублюдок, мать твою, гнида сраная! Ты серьезно? Тварь! Контуженная! Ой-ой-ой, беда. Супер! Появился водоворот. Аж захотелось в рифм что-то сказать. А, они багаются. Они багаются. Они вроде как что-то пытаются, но они на меня не агрятся. А эта тварь уже ускакала. Очень далеко, я бы так сказал. Прям реально какая-то шляпа. Не, ну а что поделаешь, Арк это очень сильно забагованная игра, и тут как бы камон, отрицать это вообще бессмысленно. Но они как бы за мной потихонечку идут, но это выглядит больше как случайный рандом. Вот, видишь, то есть они как бы и не агрятся, но вроде как пытаются агриться. Какая-то хрень получается. Получается, что не получается. Или все-таки получается. А эта тварина все дальше и дальше уходит. Честно, у меня желание уже просто догнать и убить. Ну так, чисто, чтобы это, для профилактики. О, привет. Вот шестигранники получу на халяву. Хоть как, white плюс. Ну что? А сейчас? Агритесь на меня. Ну и козлы. Так-то такая вот фигня. Какая-то такая фигня. Хотите прикол? Этот ублюдок просто уже пришел к другому, такому же, 140-му, которому я не хотел плыть. Смутились, захотелось. Да ёб твою же за ногу. Да ты серьезно. Какой там левел? Да это как бы дофига, вообще-то. Ляха-муха. Надо реально делать арбалет, возвращаться на базу, делать арбалет, короче, и вообще, я уже прям горит у меня. Так, где эта тварь? Косарь хп, вот как-то дофига. Ладно, погнали, короче, на базу, делаю арбалет, и сейчас буду этих тварей хотя бы, хоть так-то выживать буду. Сгонял до базы, сделал арбалет, убил электробуса или как тому, электрофокуса этого, и гоню рыбок уже к другому, короче. Пошел в жопу, тут вон уже куда сдриснивают, это хотя бы поближе вроде как. Ой, ужасно, 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 ужасно тяжело.
Но это прикольно, это прикольно. Это как минимум необычно, это нестандартно. И это только начало, я бы так сказал. Дальше, как говорится, только больше интересности. Ой-ой-ой-ой-ой, нужно под него подплыть. А он отбегает от меня. Стой, тварь. Ну ты смотри, ну он не ублюдок, а, мать твою. Я тебе сейчас в очко стрельну, тварина. Я арбалетом могу, если что, стрелять под водой. Ты не думай, у тебя преимущества здесь нету. Я тебе вообще на спину залезу, буду тебя со спины расстреливать. Мелкий, пошел в очко отсюда. Если фуш там, то... Если фуш мучится, то мучится сразу с топовым. Ну ладно, привет, топовым, насрать. Кстати, реально, плыть спиной, это прям вообще... То есть они прям... Ну вот, сами видели, сколько я проплыл, и они кое-как только отыгрались. Такс. Вот на тебя нужно. Да ёб твою ж за ногу. Рыбёхины. Смотри-ка. Алло. А, вот почему он дальше не поплыл. Потому что здесь стена, блин. Ты смотри, они просто не хотят на меня агриться. Когда рядом черепахи. Ты серьезно? Это, короче, как минимум неправильно. Так, конечно, какая-то беда. Так, ну и еще надо уже переназначить на другого. Так, отлично, эти загрелись. Зато это теперь близко. А, тут по суше ходит. Собака долбаная. Немножко не проканает, да? Ну, погнали, попробуем. Да что ж ты так быстро-то плывешь? Видишь, рыбки медленные. Не торопись. Но мне больше не нравится, что они отагриваются, когда я рядом. И все. И смотри, они просто больше не агрятся. И как я должен их подвести к черепахе, если они на меня не агрятся? Мне больше вот это интересно. И все. То есть я попадаю в какой-то определенный радиус, они перестают агриться. Это какая-то непонятная фигня, я бы так сказал. Единственный шанс, что сейчас вот он просто ко мне подплывет, и они, короче, проканают вот это вот и все. Да, проканало, мать его. Проканало. Прикинь. Прикинь, проканало. Почему я убил циклан-то? Ну, потому что, короче, сейчас получается у нас мини-игра. Убей циклан-то. Либо саблезубого лосося. А вот кто появится, того и убей. Почему? Потому что они будут пытаться сажать эту рыбку. Этих рыбок. В данном случае это вот этот. Ну, да, отлично идет. О, саблезубик. Пошел в очко. Отлично. Кто следующий? Так. Нет, не ты, что ли? В общем, этот циклан или саблезуб будет, получается, убивать этих самых рыбок. И, соответственно, то есть он их жрает, а ты... Ну, вы поняли, да? А ты, типа, ничего сделать не можешь. Потому что если по нему попадет хоть что-нибудь, хоть кто-нибудь, то все, кранты. Все, говно, давай сначала.
Отлично. И как видите, трупики исчезают, значит я убиваю нужного. Вопрос в другом. Вот он сейчас пополз вот сюда. А приручение продолжается? Приручение продолжается. Отлично. Ё-моё, какие уродливые. Поэтому арбалет самый лучший вариант. То есть, как бы здесь ты промахнуться, скажем так, тяжелее. Это был не он. А, нет, это был он. Он просто выжил. Ты серьезно? Ах ты же рабасина. Отлично. Нужно, чтобы он всех этих рыбок не захавал. Это самая главная такая проблема. Как видите, уже очень много... Повезло. Очень много рыбок уже захавано. И это проблема. Я всех буду убивать. Приручаемся, все еще приручаемся, отлично. Автор видео сказал, лучше всего оставлять цикланта. Цикланты типа медленные и так далее, и... Ай, ёп, твою ж за ногу, тут дурная черепаха. Цикланты типа медленные, и с ними меньше возни. Но, как видите, у меня черепаха стала лазить по скалам. То есть, как бы, у меня в этом плане все намного веселее. Вот, у меня... Да, у меня больше веселья, нежели у кого-либо иногда бывало. То есть людям просто нужно, типа, плыть за ним и отстреливать те, кто появляется. А мне еще нужно... А мне еще нужно, короче, это... Делать это в два раза больше. Потому что он ползает по суше, ему так интереснее, и он считает, что так нужно делать, короче. Я не знаю. Я не знаю. Так... Но вы сами видели, я иногда просто даже прям на авось стреляю прям непосредственно в него. Почему? Ну потому что я знаю, что арбалет не промахнется. Потому что я стреляю с него. Так. Опа, чем? Резко дернулся. Почти. Осталось чуть-чуть. А, ёб твою ж... Он не должен был попасть. Понимаете, в чем прикол? Он не должен был попасть. Ну ладно, в любом случае, смотри. Он сагрился на меня, но все еще 100%. Они все на меня сагрились. Добрый вечер. Ладно. Попробуем... Сделать это моим преимуществом, мнение про каналом. Потому что, ну извините, он не захотел слазить со скалы. Гнида. Так, торпор, приручение все еще идет. Значит, рыбки все еще живы. Но, видите, реально, трупиков очень дофига. А ты дурак, что ли? Сейчас, по ходу дела, мне придется по новой. Опача. Попал. По новой придется стаю зазывать. Он, походу, всех сожрал, да? Да, приручение перестало тикать. Угу. Но у меня бы он все равно не приручился. 4% поверх того, что там было. А там нужно было еще дофига. Вот в этом проблема. Видишь, он на скалах ползает. И, ну, как бы, реальная проблема. Вот это все. Сколько стрел у меня осталось? А, ну я полтос потратил, отлично. Я уж думаю, все потратил. Да, да. А вот теперь по новой погнали искать новую стайку. Потому что он захавал всех. И нам, соответственно, нужно по новой искать стайку. Ну, это я уже буду делать за кадром. И включить, когда уже останется чуть-чуть. Либо какой-то момент будет абсурдный. Как это часто бывает. Ну, что я могу сказать? В открытом океане все намного легче. Прошел примерно час, плюс-минус, и вся загвоздка была в том, что, ну, потраченного времени, то, что я пытался там к 145-му сгонять, но он, получается, там вообще около него рыб не было. Как я узнал, что около него рыб не было? Стой, братан, все, тормози.
Вот, как я узнал, что около него рыб не было? Ну, все очень легко и просто. Такс. Shift F8. Стайка рыбок-попугаев. И мы видим, где эти стайки находятся. Да. И вот они, где мегахеллоны. Ну, собственно, единственный вариант был обратно вернуться к тем же чувакам. И я от них с дрисом, короче, был единственный вариант обратно к ним вернуться. И уже все это дело делать именно здесь. Да уж. Сказать, что это легко. Ну, я однозначно могу сказать, что... Что, серьезно, что ли? Я однозначно могу сказать, что это легко, когда в открытом море. С хорошей броней вот эти вот недомерки, они даже не представляют какой-то сложности. То есть они что-то как-то там делают, но не более. Чаще всего ты вот так вот за ними идешь и словами: «Ах ты, ублюдок, мать твою, иди сюда, я тебя сейчас завалю». Вот. Поэтому как бы сложности никакой не было. Также то, что... Рыбки не агрились, это то ли баг, то ли что, но суть в том, что я у меня сломался арбалет, они еще бывают агриться на черепах, то есть просто на обычных черепах бывают агриться, вот, где теперь он, такс, мегахеллон. Я вызываю тебя. О, ёб твою ж за ногу. А что ты тут делаешь? Фух. Давай закидываю в тебя вот это вот и сразу же добро. И все хорошо. Так, давай поставим тебя на пассив. И давай посмотрим твое седло. Твое седло там должно... Ну, видите, да, по очкам. Сколько раз я уже привет нажал. Ах. Так. Платформа для мегахеллона. А у меня ее нету. Для этого требуется 22 панциря. Фрагмент панциря. А это означает, что нужно будет убить мегахеллона. Плюс, к тому же, у меня вот здесь вот, не отслеживать, вот этот, которого я пытался притомить. Он у меня сейчас будет здесь висеть. Это мне не нравится, поэтому нужно его завалить. Вот, поэтому погнали за ним. Вот тебя. Все отлично. Где ты? Ты там. Отлично. Погнали, чувак, сейчас будем его мочить. Эта скотина быстрая. Вот, если уж на то пошло, то есть, как бы, вот я плаваю, да, и он меня догоняет. Это вполне нормально. Скорость. Так, почти догоняет. Будем учитывать, что все-таки у меня скорость прокачанная. Вот. Но в целом, допустим, так вот спиной плыть очень тяжело догнать. То есть, как я его пригнал... Я, короче, просто вот до вот этого... вот отсюда догнал рыбок. Рыбки что-то отагрились от меня, не хотели плыть ко мне. Я такой думаю, и пошел ты, короче. Просто беру, иду к черепахам, стреляю в черепаху, агрю на себя черепаху. Черепаха бежит, она быстрее рыбок плывет. И уже загреть ее намного легче в этом плане. Вот, и, соответственно, делаем дела. То есть, без каких-либо проблем. Так, давай, чувак. Нам нужно сделать одно дело. Атакует ваша цель. Отлично. Погнали, братан. Вали его. Вали его, говорю. Мочи его. Гаси собаку. Да не циклантов, мать твою. Вот его надо мочить. Понимаешь? Понимаешь? Разворачивайся. Кусь. Отлично, красава. Я тебе помогу. А если ты его еще и сам завалишь, то вообще будешь вдвойне красава, потому что еще и подкачаешься. Лопача. Арбалета, кстати, дефолтного хватает только на 100 стрел плюс-минус. Мне пришлось идти дочиниваться. Вот это! Ты красавчик, красавчик, просто супер. Так, тормози. Фрагмент панциря, огонь.
огонь. Его можно переработать в хитинчик. Это я точно знаю, но для этого нужно перераб. Отлично, отлично. Теперь что мне нужно? В теории я могу его к себе туда и призвать. В зимку. В зимку я могу его призвать. Я могу так на тебя залезть? Не могу, да, я так на тебя залезть? Блин, вот это немножечко... Немножечко неудобно, я бы так сказал. Ну, нормально, прокачался, чувак. Так, ладно. Стой здесь. Сделаем немножко по-другому. Где Хиленка? Хиленка сзади. Да ё-моё, давай. Снежный на эску. Телепортируй меня. И можно было сразу с ним телепортироваться, но так будет безопаснее. Я ему уже инкрустировал чип для телепортации, поэтому почему бы и не воспользоваться им? Ну, для начала надо сделать седло. Да и в целом, я уже думаю, сейчас будет смысл перемещаться в океанический биом и отстраиваться именно здесь. Я думаю, следующая серия будет посвящаться именно этому, а именно отстройке... Вообще вот этих платформ и так далее, я, честно, я за ними никак ни капли не смотрел, что как где там вообще они там. Знаю примерно столько, сколько никто. Так. Погнали. А че никого здесь нету? Ближе к верху. Прикольно. Ближе к верху все меньше и меньше и меньше гиннесов. Ну, удобно. Зато всяких мешаний здесь нету. Не повстречаешь их. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Ай, е-мое. Где он создается? Подожди. Ну да, естественно. Я ж помню, что это. Что-то вроде как было. Классно. Ну ладно, в любом случае мне нужно было избавляться вот от вот этого. О, отлично, я сейчас. Так что все нормально. Так. Нет, не так. Телепортация между океаническая и на СЕ. Так. Телепортировались. Планета. Интересно. А. Ой-ой-ой, подвисло. А сверху какой-то. Такой, какая-то другая фигня видна. О, типа колесо. Интересно. Здесь ползает. Ах ты ж, ублюдок, мать твою, пошел в жопу. Текс и Мегахилон, я вызываю тебя. Ну, будешь падать в воду? Красава. Оп. Экипируем седло. О, Виталя, Виталя, Виталя. Вот это я понимаю. Ух. Супер. Так. Что он может? Ну... Он может погружаться, и это понятно, я воду. Он вырабатывает... Так. Он вырабатывает кислород, и я никогда не задохнусь на нем. Ну, собственно, я это и во время отопления это было видно. То есть он именно что погружается. Ну, вырабатывает, то есть всегда у него кислород. Так, также сюда можно... пассажирские места. Сколько здесь мест? 6 мест получается, да? Крылёво. То есть здесь можно на пассажирских местах сидеть. Отлично. Что еще у нас есть? И получается все. Кстати, говорят, он отличный сборщик. А, точно, атаки. Ну давай смотреть, что по атакам у тебя.
Укус. Пузыречи. Классно. Пузыречи — это на правую кнопку мыши. Ну, это такие пузыречи, короче. Прям такие пузыречи, короче, прям. Типа они есть. Типа он что-то делает. А вот укус не достал. На нафиг. На нафиг. Укус, конечно, у него жесткий. В этом плане. Тут не поспоришь. Как это громко. Так, он добывает кожу кератина. Отлично. Отлично. Плюс еще в видео я видел, что и там говорилось, он типа по скалам лазит. И я это уже замечал, когда он ко мне бежал. То есть, когда я его агрил на себя, типа там какая-то такая багуля, что он начинает по скалам карабкаться просто как безумец. Давай это проверим. Но только здесь... Скала какая-то вовнутрь вогнутая. Давай на другой попробуем проверить. Ну да. Вот, смотрите. Скала. И... Давай, давай, давай. Да ты только что ж залазил, алё. И вот он попался. Ёп твою ж, 27 тысяч волокна, серьезно? Вот это я понимаю. Хлобысь. Ну, короче, ладно, мегапитек притомил уж, так притомил, что поделаешь. Офигеть, вот это он добывает, так добывает. Там как бы у чувака и на видосе он тоже дофига чего добывал. Но блин. Блин, камон. Офигеть. Волокнище сколько. И он прокачался. Давай соточку. И выносливость вообще не смысла. Оно вообще, короче, не тратится, такое ощущение. На суше он вместо пузырей должен пускать воду. Но что-то пошло не так. Так. Это ничего не делает, это ничего не делает, а это... И опять бин сбиваю. Да ё-моё, опять я бин сбиваю. Ничего не делает. А, во, а вот теперь делает. Отличненько. Да, конечно, то, что экран моргает теперь, это ужасно. Здоровье подкачал, называется. Ну, а что поделаешь. Вес дофигища. Но вес можно и подкачать, так как здесь все-таки будет дом стоять. Какой-никакой. Ну и урон. Кстати, скорость передвижения можно качнуть ему. Погнали вон к той скале. И попробуем забраться на нее. Занырнули. Погнали. Ну вот как-то так. Не везде. Да уж, такое животное, такая маленькая кокулька. Не везде. Но лазить по скалам он точно может. Как говорится, это не баг, это фича. Ну попробуем забраться наверх. Надеюсь, все на того, что я грохнусь. Если случайно грохнусь, он не сдохнет. Я очень на это надеюсь. Ну, немного с другой стороны, но все же. Все же, все же, давай. Давай, поднимайся. Чуть-чуть же осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Урон получает
от падения и так не кисло, поэтому я излез с седла, чтобы не рисковать. Потому что, ну, как бы, получает урон, и это плохо. То есть есть шанс просто, что черепаха откинется. А хп еще-то не восстановилось полностью, поэтому, ну, как бы, такое себе. А лучше не рисковать. Ну, давай, чуть-чуть еще. Вообще до брюка добрался. Да уж. Ну, почти. В любом случае, это возможно. Залезть на скалы. Не везде, не всегда, но возможно. Баг это, конечно, еще тот. Но самое главное, смотри, 21 по 20 грибов цветов, это просто кайф. То есть всегда есть пассивная добыча, то есть стоит, добывает и все. То есть они просто появляются, уж не говоря о том, какой он в целом добытчик ресурсов. Вот такие вот пироги. Ну а я что? А я буду на этом, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.